Олексій – першокурсники Приазовського державного технічного університету. Обоє демонстрували неабиякі успіхи в школі, на відміну здали ЗНО, тому цього року їм випала честь підіймати прапор України на урочистій церемонії посвяти у студенти. Готувалась дуже серйозно к англійському язику, тому що моя майбутня професія буде зв'язана напряму іменно з цим язиком. Я була дуже наслышана о Приазовському государственному університеті. Я знаю, що тут готовлять дійсно спеціалістів високого рівня, і я не роздумувала, вибрала іменно цей університет серед ряду інших. І я вважаю, що Приазовський государственный університет – один із самых престижних вузів України. Достатньо довго готувався к ней, где-то года 3-4, ходила на дополнительные. Вот. Ну, занимался так, упор делал все-таки в математику, потому что это, ну, как-то в дальнейшем мне понадобится в самой профессии. Конечно, волнительно. Надеюсь, что у меня там все получится. Все-таки я бюджетник, буду получать стипендию. Цього року до ПДТУ вступили 556 першокурсників. І сьогодні ці юні хлопці та дівчата зібрались у концертній залі Палацу культури «Український дім», аби пройти церемонію посвяти у студенти найстарішого університету Маріуполя. І ми сьогодні гордимося тими, хто когда-то завершив учебу в нашому університеті і сьогодні составляє славу нашої країни, нашої області, нашого міста. Це наші випускники. Це напутствие вам. Потому что у вас есть возможность стать такими же значимыми гражданами нашей страны. Вам дано 5 лет для того, чтобы вы получили определенный объем знаний. Но я вам скажу, вот как выпускник этого университета, первое, что я запомнил, когда я пришел, вот, много тоже говорили, было много прекрасных слов, но я запомнил одно, когда мне сказали, что здесь вас научат учиться, именно учиться. Потому что те знания, которые дают сегодня, может быть, завтра, послезавтра они устареют. Но то, что вы научитесь учиться и научитесь идти вперед, это очень важно и полезно в жизни. Привітали молодь с початком студентского життя керівники міста, а також металургійних підприємств. Мы знаем ваши высокие требования к жизни, к окружающему вас пространству. Очень большое желание, чтобы вы, закончив вуз, остались в городе Мариуполе. Стали частью Мариуполя, той великой частью, которая будет развивать город, делать его лучше, современнее, больше, во всех пониманиях. Скоро в ваш обиход зайдут такие слова очень плотно, как зачет, курсовая, сессия, пара, то, чего, наверное, раньше не было. И это не просто слова, это целый спектр эмоций. Вот я желаю вам, чтобы этот спектр был исключительно положительный.